ударила сожителя ножом. Жительница села Лебеденко Кагульского района сама позвонила в службу 112, а затем призналась в содеянном правоохранителям. Задержанная говорит, что защищалась от мужчины, который ее избивал. Пострадавшему 58 лет. Его госпитализировали в реанимацию районной больницы Кагула. По данным полиции, перед ссорой пара весь день распивала алкоголь. Женщине грозит до 12 лет тюрьмы. И у потерпевшего, и у нападавшей есть судимости.